Привет всем! Сегодня хочу показать вот этот диск в работе и немножко рассказать о технике безопасности. То есть, как обычно, очки, само собой, никаких перчаток, длинных рукавов, потому что цепляет он, если зацепит, он поедет до самого уха. Удержать эту невозможно практически. Ну а так, если он где-то и корябнет, не дай бог там, конечно, то на этом он и остановится. А так он будет наматывать вас, пока свои уши без зеркала не увидите. Ну и вроде пока все. Опасная вещь, конечно. Люди пишут тоже в комментариях, что пальцы отпилит. Ну, у нас все опасное здесь. Циркулярка, пила, торцовка, не знаю, там все инструменты, начиная от стамески и заканчивая гвоздем простым. Так что берегите руки, смотрите. Я сильно не волнуюсь, потому что опыт работы с болгаркой у меня ужасно большой. Я ее каждый день в руках держу. Так что ничего страшного для меня я тут не вижу. Ну, сейчас попробуем ее по всяким разным деревяшкам, фанеркам. Еще что, одно тут правило, как пилить. Пилим всегда в эту сторону, то есть куда показывает зуб, сверху вниз, там слева направо. Никогда не начинайте снизу заезжать таким, потому что он прыгает сразу, выскакивает и катится. Именно поэтому, что вот эти вот все перчатки, тряпки, вот он, его уже отсюда не выдерешь. Если он это зацепит, он намотает полностью. Ну а так, работать можно все равно. Очень удобно. Точность, как от руки отрежешь, что лобзиком, что им, конечно, примерно такая же, но быстро. И чистота реза хорошая у него. Ну, сейчас будем смотреть. Так, ну что, будем разбираться. Вот ее рез, фанера это. Так, сейчас будет непонятно. Вот. Это бука. Это от руки пилил. Видно, что дергаешься, когда вот эти вот появляются. Но так оно нормально. Довольно-таки чистая эта елка. Но это с двух сторон я ее колбасил. Ну, отрезать можно нормально. Вот это гладко получается. Даже на елке. Так, это ОСБ у нас. Еще даже почти ровно отпилил нечаянно. Тут есть маленькие заусенцы. Я теперь не знаю, это было уже или
от новой. Вот эту точно я пилил. Оба края. Ну, результат нормальный. Так, вот мои сегментики. Эти вообще сказка. Сразу лепить можно. Без шлифовки, без ничего. Зазоров вообще нету. Так, что-то еще хотел ляпнуть. Толщина пропила у ней. Даже не залезешь мне. Так, где тут? 2 миллиметра. 1,9 с половиной. Ну, нормально. Ну, рез чистый. Так что смотрите, тоже покупайте. Ну, в основном я буду ее на стойке для болгарки использовать. Так мне отпилить есть чем. И лобзик, и бензопила есть. Так что все нормально. Ну, вот такое вот испытание. Не забывайте про технику безопасности. Руки отрежешь, потом не запломбируешь. Ну, всем пока. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, дизлайки. Кто не подписался, подписывайтесь. Будем еще много чего смотреть. И до новых встреч в эфире.